Пандемия коронавируса диктует не только свои жесткие правила, но и включает в людях вдохновение. Тверская художница Елена Бурова в это непростое время создала несколько уникальных картин из стекла и зеркала, на которых изобразила тверские достопримечательности. Как выглядит Тверь, воссозданная в витражной технике, покажем в следующем сюжете. Работа технологически как бы сложная в припекании. В течение 2,5 недель я как бы зарядилась и сделала эту работу. Морозовский городок, кинотеатр, мост, Белокаменная церковь. В этих стеклянных произведениях искусства без труда можно узнать тверские достопримечательности. Они настолько хрупкие и тонкие, что потрогать их можно только глазами. Автор этой поистине ювелирной работы Елена Бурова. Свою уникальную технику объемного витража, в которой выполнены картины, она начала разрабатывать и реализовывать 15 лет назад. Это обычное стекло и обычное зеркало, просто спекаемый материал. Это очень такой... Стекло – это пластичный материал, я считаю, очень. Вот. И очень интересно оно смотрится под разным освещением, под разными углами зрения. То есть оно все время смотрится по-разному. При любом освещении, при разном освещении, оно смотрится по-другому. В этом году творческая копилка художницы пополнилась целой серией новых произведений. Картины для Елены – хобби, а по образованию она инженер. Ее трудовая деятельность далека от творчества, но также требует ювелирной точности. Работает мастерица в областной клинической больнице инженером, обеспечивает работу техники в ковидной зоне. Творчество помогло Елене отвлечься от сложных трудовых будней. Хочется мне тоже порадовать людей своей точки зрения, не только профессиональной, потому что я тоже как бы старалась помочь, естественно, и больнице, и что-то помочь какой-то красотой. Картины создавались по ночам, когда выпадала свободная минутка. Любимые герои картин Елены – коты и ангелочки. Здесь продуманы каждая деталь, каждый штрих. Ведь это уникальные детали каждого созданного образа. Витражи удивительные. Ну и, конечно, импонирует то в Лене, что она инженер, она работает в областной клинической больнице. И вот то, что она делает, вот эти вот выражения, выдают ей очень творческого человека, очень волшебного, влюбленного в искусство. Мне, честно говоря, понравились морозовские казармы, но вообще мне понравилось. Мне понравилась вся выставка в целом. Я никогда не сталкивалась вообще с такой техникой, с подобными работами. И, конечно, все это выглядит, ну, безумно красиво, необычно. Гости выставки отмечают, что произведения Елены Буровой не похожи на творчество ни одного художника. Работы Елены есть в частных коллекциях Америки и Германии, а также Санкт-Петербурга и Москвы.